Сегодня около 11 часов дня на улице Ямской в Тюмени произошла трагедия. На козырьке подъезда многоэтажного дома обнаружено тело мужчины 1977 года рождения. Как нам сообщили в Следственном управлении по Тюменской области, по предварительным данным, местный житель сорвался с высоты 5-го этажа во время выполнения ремонтных работ на балконе. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины произошедшей трагедии. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.